Всех приветствую на канале «Вы на старых играх», ребят. У нас сегодня на прохождении одна из лучших игр для игровых, именно игровых автоматов под названием Aero Fighter 3, она же называлась еще Sonic Wing 3, то есть два названия. Просто одно название было для японской как бы версии, другое для европейской, американской. Так, это раз. Значит, ребят, и сразу же объявление, я по-быстренькому. Значит, завтра будет стрим, 100%, какая игра я еще не выбрал, так что где-то часика после 5 подходите, ну где-то после 4-5 я скорее всего начну стрим, точно не скажу, будет кое-какое дело. И значит, по эмулятору БКшки, который мне рекомендовали, ребят, этот эмулятор уже давно скачивал, в разные годы несколько версий скачивал, они некорректно работают, то есть там, во-первых, в оконном режиме я не могу окно растянуть. Я как только пытаюсь окно растянуть, мышка не работает. Я зашел на сайт разработчика вот этого эмулятора. Он тоже пишет, что там проблемы с мышками и проблема совместимости со многими играми. Точнее говоря, даже просто сами игры могут неправильно работать. Это не я придумал, это автор официальную информацию выложил на своем сайте. То есть там и рассинхрон со звуком, и проблема с витами. То есть этот эмулятор абсолютно отпадает. И там главная проблема, что его программы захвата некорректно в полном экране режима будут захватывать, если я начну стримить. То есть там получается окно в окне, а программы захвата это не умеют делать. Они или захватывают весь экран, то есть совсем с рабочим столом, с кучей иконок, но это вообще не вариант, согласитесь. Или будет черный экран, ну то есть... Я пока не буду этим, я совершенно точнее не буду этим эмулятором пользоваться, я буду пользоваться тем, что есть. Они уже более-менее проверены, все глюки я знаю, как с ними бороться я тоже уже как бы нашел, так что я пока на них и остановлюсь. Ну давайте на игру посмотрим. Кстати, это одна из моих любимых игр была. Так, а за кем? Я вот... Ну, давайте за вот... Ну, как-то уже по времени выбралось. Ух ты, какие тут басы мощные. Вообще, то во второй части можно было дедом играть. Ну да, здесь стандартный вариант, то есть максимальный пулемет дается на 20 выстрелов. 20 выстрелов сделал, пулемет превращается, ну, в тройной. То есть это как бы четверной. Что за босс, я реально не помню. Танк, охренеть. Чё он? А, он пока не дамажится. Я говорю, в эту игру тоже давно не играл, так что тут, если какие-то скиллы у меня не будут не очень, тут уж сори. Вообще, по-моему, я неудачный самолет взял. Да, видите, он... Не, давайте, ребят, я заново переиграю. Я не хочу на этом самолете играть. Он мне не нравится, реально. Так, что тут есть? Так, ниндзя. Ниндзя фигня. Русские барышни-матрешки. О, дедом. Есть тут дед, оказывается, Сильвер. Ну, там, какой-то другой. Вот за деда я с удовольствием сыграю. Дед крут. У него, конечно, у деда очень медленный самолет, в принципе, но зато... У него очень мощное оружие. Да, и лазер, или какая-то там плазменная пушка, короче. Потому что вот этот у тетки с девочкой бочками кидает, пока эти бочки куда-то попадут, это кошмар. Офигеть, да. Давно, ребят, говорю, не играл, так что... Мне простительно. А, ну их пока можно пособирать, потому что... Танк, он немножко медлительный.
Не, ну вы видите, сейчас буквально уже гораздо быстрее валится. Что это вообще изи? А, да, в конце, после каждого босса вылетает какая-то хренотина. Ну, вообще, самая любимая, это именно вторая часть. Мне больше всего вторая часть нравилась. Там и музыка, ну, там именно вот, по большему счету, за счет музыки и взрывов крутых. Эту версию уже, так скажем, делали. Ну, не знаю, не то чтобы особо не стараясь, но она... Она не топовая. Кстати, у нас этой версии на игровых автоматах не было. Я не уже потом узнал, когда появились эмуляторы. А я бомбу кинул, ну и правильно сделал, что кинул. Лучше кинуть, чем не кинуть, правильно же? Что это за жуть? Мегатанк какой-то. Ух ты, блин, как-то быстро. Кстати, в игре нет сложности. Здесь одна сложность, по-моему, максимальная. На ней придется нам играть. Отлично, я бомбу кинул, она не сработала. Ну да, это, ну, это моя запоздалая реакция. А хотя нет, такая же графика. Это бонус левел, да. Здесь тоже бонус левел такой оригинальный. Ну, чисто очки собирать на... для жизни, потому что у нас-то жизни безлимитно по деньгам. Мы там эти живые деньги не закидываем. За 200, по-моему, тысяч или 250. Новая житуха. Что-то эти ракеты тоже не помню. Говорю, давно, говорю, ребят, не играл. Именно в третью часть давно не играл. Потому что я в Aerofighter во всей части в основном играл с другом. Он на джойстике, я на клавиатуре. Оно интереснее. Один прикрывает, другой там что-то валит кого-то. Да. Просто когда играешь вдвоем, на тебя не все, как бы на тебя не все вот эти враги начинают нападать одновременно. Да ёлы-палы, ничего взрывается. Да, здесь, по-моему, вообще надо будет ступени отбивать разные. Еще, ребята, я немножко так косо играю, потому что у меня... Я к врачу ходил, он говорит, что у меня там какое-то воспаление на глазу, так что я могу в этом плане еще тормозить. Я пока что на лечении сейчас нахожусь. Так, завалили, да? Я пока на лечении, и капли там, и мазями. Один глаз видит очень фигово. Да как-то они шустро, конечно, не стреляют. Последняя такая быстрая игра, это была, по-моему, этот Твин Кобра. Там надо было бомбу кинуть. Офигеть, вот это валят. А прикиньте, сколько денег люди проигрывали, вот реально... Кто, например, первый раз вообще играет в эту игру. Чтобы пройти, там надо было, ну, по крайней мере, жетонов 10 закинуть. Это получается, если на те деньги, ну где-то так пару сотен рублей бы, наверное, выкинули. Чтобы просто пройти игру. А может и больше. Это уже постсоветская игра, то есть и так.
не те старые игры, где еще рублик ходили. Ну, советские имею в виду. Да. Да, третья часть, она именно вот больше всего, в нее лучше играть вдвоем. Просто гораздо легче будет. И даже по деньгам оно будет гораздо легче. По затратам, если играть вдвоем, меньше денег потратив, чем один. Да, сейчас эта пушка, она активируется. Пушку это помню. Да, охренеть, охренеть. Здесь какие-то задержки странные. Ну, вообще, я именно вот третью часть проходил с 5 жетонов, по-моему. Или с 5, или 4, ну не помню. Ну, не меньше. То есть с 3 я не проходил. Я не помню, ребят. Единственное, что я сделаю на последнем уровне, я закину денег, потому что последний уровень не проходится. Что это за херня? А-а-а, вот так, вот так. Прикольный бонус, на который можно засрать в жизни еще. Отличный бонус. Жесть, это просто жесть, ребят. Офигенная бонусятина. Вообще, я планировал себе другую немножко игру пройти, но у меня на нее не хватило скиллов. Это там японская игра такая, интересно, сказочная была. Тоже для игровых автоматов. Но, ребят, там, чтобы в нее играть, надо реально тренироваться, по крайней мере, несколько часов. У меня на это просто нет времени. Вот эти самолетики, они примагничиваются, короче, к тебе. Какие-то не камик... Короче, не камикадзе явно. Но это что-то такое. Подводная турель какая-то. Не, ну во второй части попроще было. Это же даже не босс. Это полубосс какой-то. Да, игра чисто для двоих, 100%. Если во вторую часть я проходил с одного жетона, вот во вторую часть я реально проходил с одного жетона. В эту. Возможно, можно как-то пройти, но, по крайней мере, не мне. О, как пульки медленно летят. В кавычках. А, вот эти турели активируются, когда... Я понял. Ну да. Один глаз видит, второй... второй думает, короче. Да что они так по-жесткому подскочу. Так получается, я эти пушки сбиваю, они все равно появляются. Жестяк, жестяк. Воронки красивые здесь. 4 уровень. Я не буду считать жизни, нет смысла. Вот так играем именно для... В эти игры надо играть для удовольствия. Самолет на Луне. Офигенно, офигенно. Класс. Отличненько. А-а-а, ребят. Вот, то, что я говорил. Это последняя миссия.
И последняя миссия, она проходит, знаете как? Как я обычно проходил. Вот, вызываешь второго игрока, второго, ну, и если ты играешь вдвоем, тогда тебе дают континиум. Если играешь один, континиума не дают. Вот в чем прикол. Кстати, многие так проходили вот эти игры, то есть где не дают континиума, выбирали второго плеера, и тогда тебе давали прохождение. Ну, я вторым не играю, он просто летает так для фона. Офигеть, ну это я не знаю, как здесь одного жетона пройти можно. Покажите мне такого человека, кто пробьет с одного жетона всю эту игру. Может, с какими-то там читами, я не знаю. А, так это еще не конец уровня даже. Замечательно. А-а-а, все, да, вспомнил, летающая тарелка. На-на-на. Пройди с одного, еще с одной жизни, нибудь. Кто-то скажет, что проходил ее. Я успел кинуть. Все, она уже красная и херово. Это что? Ну, зараза, достала так. Достала, случайно достала. Капец, ой, сколько у нее там жизни-то? Круто, аж кратер остался от тарелки. Ну, вообще это не концовка, а здесь еще второе прохождение, чтобы дали окончательную заставочку. Ну, давайте тогда продолжим. Сейчас будет супер усложнение уже. А, это, короче, папаня с дедом, короче. Ну, папаня играет с этим. Ну, дед это типа его отец. Вот он его... зарядку ему не делают, короче. Да, сейчас второй плеер нам не нужен. Сейчас континиумы будут давать. Ну, по крайней мере, должны. Но обычно всегда на втором прохождении, уже на втором круге, все быстрее летают, быстрее стреляют по тебе. Интересно, другой танк. Такой маленький, а колбасит как супер турель. Не стыдно так стрелять? Да, как тут можно выжить-то, я не знаю. Вы издеваетесь. Вы издеваетесь реально. Как ты? Что за жуть? Блин, но все-таки он сдох. Да, 10 уровень, видите, здесь все-таки прохождение как бы дублируется. Был
была немножко еще другая игра, тоже японская стрелялка. По каким-то японским комиксам. Я, возможно, в нее тоже поиграю. Может быть, даже сегодня, ребят, посмотрим по времени. Ну, в принципе, время-то как бы есть, но... Не надо вовремя делать процедуры. Что-то чувак нам орёт, поёт, не знаю. Не будем рисковать. Бомбы сразу полетят все. А, все. Что-то как-то быстро он слился. Что где, не понял. Странный бонус. А знаете, почему этот бонус странный? Потому что я никогда по второму кругу не проходил. Вот здесь реально вдвоем только надо играть, чтобы каждый на своей стороне стоял. Не пулемет, а ни хрена не дали, ладно. Да, давайте сразу же ядерную ракету. Кидайте на меня. Да ёлы-палы. Как вы... Здесь видите, дело в том, что здесь игра, она тебе дает выбор. Или ты играешь на медленном самолете с хорошим оружием, или на быстром самолете, но со слабым оружием. То есть вот некоторые уровни, они рассчитаны на быстрые самолеты. То есть на самолете деда играть невозможно вот, на многих уровнях. Потому что он тупо не успевает. Конечно. 13 уровень. И сразу дают супер самолет с небось. Да. Угу. Естественно. Я не ожидал другого. Я бы, ребят, поиграл вдвоем, но у меня не с кем, нет оппонентов. Вообще, есть возможность в эту игру играть вдвоем. На маме. Там, по-моему, через программу Калера, была такая программочка, это сетевая, создается какой-то типа как сервера. И через эту Калеру можно играть во многие игры, даже дэндевские всякие, там, сеговские, неважно. Ну, я, честно говоря, я с этой Калерой не разобрался. Как там включать вот этот сетевой режим? Там надо, по-моему, еще IP-адреса будет знать. Ну, да, там IP-адрес должен знать твой оппонент. То есть ты создаешь как бы сервер, а он заходит клиентом. Ну, или наоборот, то есть ты заходишь клиентом, а у него сервер. То есть тогда ты сообщаешь ему IP-шник, и он тебя тогда подключает. Ну, это peer-to-peer, короче, прямое соединение будет. Без всяких там программ. Ну, только вот Калера вот эта. Калера сервера, она, по-моему, называется. Жесть. Да. Выживите в эту игру с одной жизни, естественно. Ну, японцам все равно. В принципе, я знаю, многие японцы ставят какие-то мировые рекорды. Там, не, возможно, если там тренироваться там сутками, какие-то там скиллы можно набить. А, это бонус, я думаю, что это такое. Ну, это несложный бонус.
не буду жалеть бомбы. Что это такое? Будда летающий или что? Блин, я даже бомбу не успел выкинуть. Счет какой-то Будда неубиваемый был. Еще один глаз. А, нет, ребят, все-таки я проходил, да, да, я проходил до конца эту игру. Я вторую именно не проходил по второму кругу. Ну, может, проходил, но я не помню. Вот эту я точно проходил. Потому что я помню, вот эту рыбку я помню. Рыбку вот эту я помню. Я же говорю, давно не играл, поэтому подзабыл некоторые моменты. Серьезно? Это что за графика такая квадратная? Ну, у японцев там свои отсылки. Шестнадцатый уровень мяса. А, здесь, ребят, сейчас надо накидать будет. Так, жетончик у нас есть. Второй плеер у меня, по-моему, не забинден даже управление. Ну, где-то, может, оно есть, но я не знаю, где оно. Так и вовремя. Здесь тупо просто идешь и строчишь на все кнопки. Ага, увернись, да. Ну, случайно, можно, конечно, увернуться как-то. Но систематически невозможно. Даже супергеймер здесь не увернется. Ну, если только сохраняться каждые 5 секунд. Каждые там 3 секунды. Ну, теоретически тогда возможно. Вот эта игра по высасыванию денег. Это покруче Metal Slug даже высасывать деньги. Кстати, Metal Slug на 8 сложности, это вообще жесть. Да, конечно, естественно. Увернись, аж 50 раз. Ну, вот видите, как-то иногда можно вернуться, бывает. Просто стой и кидай бомбы в него. До усраки. Еще один кратер на Луне. Все, теперь, ребят, точно мы игру прошли уже, да, потому что появилась заставочка. Ну, здесь на выбор, мы говорим, можно брать разные самолеты. У каждого самолета свое оружие. Вот единственное, как бы, плюс. Потренироваться. Вот этими русскими матрешками, девочками. Можно, кстати, тоже играть. Дельфина можно играть. Какой-то ниндзя. Какой-то дед-кролик, короче. А, ну, это мама с дочкой. Да, ДН, ну понятно. Вот такая была, ребята, игрулечка. Если надумаете играть, обязательно играйте вдвоем, потому что одному это будет, может быть, нервное расстройство. Вот. Всем спасибо за внимание. Ребята, обязательно лайкайте, потому что ваши лайки
последнюю неделю продвигают мой канал. То есть это, еще раз говорю, не прикол, это YouTube. Он так решил работать. И пишите тоже комментарии, в зависимости от комментариев тоже некоторые видосики начинают продвигаться. Ну, желающие по-другому поддержать канал, будут ссылки в описании, вы все это можете увидеть, почитать, и в описании канала. Предлагайте, кстати, какие можно будут игры для БКшки, для игровых автоматов пройти, и для там MS-DOS, например. Ну, такие, чтобы они были не сильно сложные, потому что сильно сложные игры, если они на английском, и там много читать, я, ребят, в них не разберусь. Вот. Кстати, у нас на канале уже двое разработчиков игр для БКшки. Второй — это гражданин Ноянов. Буквально несколько дней назад написал комментарий и предложил мне пройти его игры из серии Spaceway. Я что-то такое помню, ребят. Да, что-то спейсвейвские были какие-то игры, но у нас просто они не все были. Мне надо для начала с этими играми ознакомиться, и тогда я постараюсь их, по крайней мере, ну, не пройти, если даже, хотя бы поиграть. Еще раз, всем удачи, завтра будет стрим, заходите. Всем настроения.